На Ледовой переправе через Иртыш в Увате ограничили грузоперевозки. Сейчас по Зимнику разрешен проезд транспорта грузоподъемностью до 15 тонн. Это связано с потеплением. Специалисты не исключают, что в ближайшее время разрешенную массу еще снизят в два раза, примерно до 7 тонн. Отмечу, что протяженность Зимника 700 метров, он соединяет два берега реки в Увате. Сейчас дорожники начали готовить пешеходные переходы. Деревянные мостки помогут людям преодолевать забереги. Выполнить монтаж планируют за 2 недели. Сколько еще будет работать сезонная дорога в Увате, зависит от погоды. Если будет еще дальше устойчивый минус, то переправа смело до апреля месяца она у нас прослужит. Ну, может, не грузоподъемностью такой, а по крайней мере для легкового транспорта грузоподъемностью до 5 тонн. То есть вполне возможно.